Ну что, продолжаем играть в Shadow Gun Legends. Сейчас посмотрим, что у нас тут вообще происходит. Сейчас посмотрим. Так, забрать все. Забрать. Так. Так, мне педро надо было. Торговать. Костюмы. Так, купить. Ага, во. Давай купим. А, продай предметы любому торговцу, чтобы освободить место в инвентаре. И купить что-нибудь в магазине для получения дополнительных слотов в инвентаре. Понял. Нет, не понял. Зайти в магазин тогда. Наборы. Назад, назад. Торговать, да. Как продавать предметы? Что-то я не пойму. Попробуем к другому зайти. Следы только задания. Убили. Так, мне торговать надо. Чуваки, подвиньтесь, сколько здесь народу сегодня. Много. Привет! Спонсорские контракты, блин. Ничего не хочу. А ты кто у нас? Нитро, друг, подскажи мне. О, торговать. Так, я что-то не могу понять, чуваки. Как здесь торговать? Так, пошмать ее сейчас, посмотрим, что за кубик.
21. 21. Там базука у нас нормально. Вот базука. 31 урон. Каска одна. Тоже одна. Так, шмотки. Вот, за 25 одеть. Они более крутые. Так, и сапоги. 25 и 4. Отлично. Так, 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 торговать. Вот он куб. Короче, я что-то не вкурил, как торговать, ребята. Так, торговать, торговать, торговать. Продать твою Илону. Ну ладно, сходим. Слейд. Федер. Ну давай, налет делаем. Назад, настройки сейчас. Назад. Инвентарь полностью полон. Так, ладно. Надо подумать, как торговать. Наверное, пока запись хватит записи. Ребят, если кто знает, напишите, пожалуйста, в комментариях, как торговать.